Привет, народ, с вами Анирель. Сегодня четверг, но особо ничего интересного нам не привезли. В патче только добавили открытие сердец для нескольких персонажей. И единственное полезное — это вот этот вот замечательный баннер Yelis Legends, в котором можно вытащить Листел, Ланфорда или Вайлера. Причем первый ССР будет гарантированный тот, у которого у вас нет. Это тот самый фокусный баннер, о которых я так часто говорю. И я специально записываю это видео, потому что я хочу потянуть себе Вайлера. У меня не хватает Ланфорда и Вайлера, так что это 50 на 50. Но, в принципе, мне плюс-минус не особо критично, даже если упадет Ланфорд, хотя Вайлера я хочу больше. И давайте, собственно, без больших прелюдий тянуть. Первые 10 нет. Все-таки иногда хочется получить с первой десяточки. А, но нет, это не в моем случае. Вторые 10 тоже нет. Я дотяну до первого ССР. Дальше тянуть не буду, я буду сейвить на следующий баннер с Юлией. 30. Нет. Ну давай хотя бы не достатинуть, пожалуйста. О! О, прикольно. В кои-то веки, считаем, мне безумно божественно повезло. Ну же, давай, Вайлер. Он очень классный хилер, правда, он требует безумное количество вложений и фарма. И... Нет, это, конечно же, ладно. На что я вообще надеялась? А, ничего страшного. С 40 подтягов. Будем считать, что я безудержно везучая в этот раз. На этом я остановлюсь. И ждите от меня, надеюсь, сегодня, в крайнем случае завтра, гайд по Листел. Мне очень хочется рассказать вам все, что я про нее знаю. Все, что я про нее узнала, пока ПВП-шилась в Апекс-арене. Всем удачи в баннере. И пока!